Добро пожаловать! Бог войны, Рагнарёк, прямо сейчас на ваших экранах. На той стороне, там еще одна дверь. Может, это нужное? Ну, гадать, конечно, хорошо, но мне кажется, вряд ли это все то, что нам надо. Что-то мне подсказывает, что Тюра здесь нет. Тут можно забраться? Нельзя. Хотя, наверное, можно было бы. Там как бы все для этого было. Здорово! Справа, отец! Слышу, слышу! Хорош! Ну, их тут как бы двое, это не сильно большая проблема для нас была. Но вроде пока нормально. Так, ладно, мы пробираемся вглубь этих шахт, пытаемся разобраться, что нам тут делать. Тут что-то интересное. Хорошо, что ты знаешь руны, брат. Сотрудничество, новая заметка. Мы строили этот мир собственными гномьими руками, укрепляли его силой гномьих мышц, развивали со всей изобретательностью умов. Но мы больше не одиноки. Наконец-то мы встретили равных по силе и уму асов из Асгарда. Теперь наши кузнецы будут трудиться рука об руку с их солдатами и инженерами. Полезно? Полезно. Хоть немножко проливает как бы ситуацию на происходящее. Ты думаешь? А вот я привык все осматривать. Ну, как бы стараться, по крайней мере. Что-то есть полезное? Малой, ты сильно не убегай, потому что иди, блядь, знай, что будет дальше. Слушай, эту штуку можно поджечь, по-моему, да? Странно. Мне казалось, что такие штуки загораются. Да сколько же тут дверей? Не хочу огорчать, но это все-таки шахта. Эмир... Ты все-таки огорчил. А, ты видел вон там? Там кто-то был, да. Кто-то там кряхтел определенно. Так, эта штука разбивается с той стороны, то есть надо как-то туда зайти, чтобы это разбить нахрен. Слева, за тем краном, сломанная дверь. Может, Тюр пытался сбежать? Посмотрим? Да, мы сейчас посмотрим. Я вот думаю, что здесь давай глянем. Недурно. Так, собирай. Цепи, такое впечатление, как будто из золота сделаны. Но они типа грязные, скорее всего. Есть такое. Сейчас до двери мы дойдем, не переживай. Так, здесь просто водичка. Нет, не просто водичка, стоять. Там что-то есть. Угу, понял. Готово. Нельзя туда, да, перепрыгнуть? Бля, ты хочешь, чтобы я туда вернулся, прямо аж туда? Полную силу. Почти ладно. Добрались. Сейчас, малой, подожди. Батя твой уже не такой молодой, но надо пойти посмотреть, что там. Там что-то упало. А, стоять! Бояться. Мы туда не переберемся, пока мы эту херню не разрушим. Еще раз. Наверное, надо было стрельнуть оттуда. Видишь, вот так вот. Как на уроках физры в школе, да? Хорош. А мы отсюда можем что-то? Да, можем. Можем. Сюда иди. Что мешало просто спрыгнуть? Мне кажется, Кратос прыгал намного с более высоких уступов. Все было нормально. Стой, куда ты идешь? Мы вернемся. Мы вернемся, да. Если нас не убьют, конечно. Ебать, тарахтеть. Еще собака-бородака, бля. Так, верни ко мне мою штучку. Так, если эта херня сейчас прыгнет... Давай, прыгай. Прыгай, херосос. Давай! Здесь можно было бы его повзрывать, понимаешь? Я чего хотел его заманить, чтобы повзрывать его немножко. Но, видимо, нет. Видимо, придется к нему туда.
Здорово. Неожиданно и приятно, да, встретиться так. Он даже не падает, блядь. Он даже не падает, понимаешь? Браво! Давай, давай, на огонь его, на огонь! Шляпа! Брат, сзади! Вижу, 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 вижу! Сейчас стоять. На, сука! Тихо! Хорош! Тебе и так, блядь, отпиздячий урод. Сзади! Ну куда? Ну куда ты лезешь? Ну зачем тебе это? Отлично. Ну что, идем к двери? Так, подожди. Мы там не все забрали вообще-то. Мы зачем все это затеяли? Там наверняка есть после босса что-то интересное. Давай заберем. У малого, конечно, шило в жопе. Я его могу понять в этом плане. Это нормально. Когда чем-то интересуешься, что-то тебе интересно, это хорошо. Хуже, наверное, когда тебе посрать на все. Так, тебя эта дверь интересует? Давай. Еще один тупик. Вряд ли здесь можно пройти. Но мы вернемся, не переживай. Статуя. Ее сделали для асов? Да. А затем ее выкрал Альтьёв вор. Так, тут не пройти, да. По крайней мере, на данном этапе снаряги у нас такой нет. Так, значит, нам надо было куда-то сюда. Это работает, а вот эта херота не работает. Можно попробовать, знаешь, что сделать? Можно попробовать вот здесь бахнуть. Угу. Потрясающе. Переливаясь, вода питает кран. Умно. Мимир удивляется таким вещам. Уже не в первый раз вроде такое было. А это что? Что с этим делать? Так, эту хероту тоже надо как-то закрыть, да? Давай попробуем. А, вот оно как. Ну вот, пойдем. Надо подняться. Тюр где-то тут. Так, тихо, ты... Я думал, он сейчас поедет наверх. Понял тебя. Не, малой, не надо выходить. Не надо. Обратно. Ну, ничего страшного, откроем два раза. Так, надо заставить как-то эту херню работать, правильно? А. Как тебя заставить работать, скажи мне, пожалуйста? А, то есть, пока я не забрал Левиафан, они типа не двигались. А затем я освободился. Я хотел бы отомстить ему. Но в целом мне бы просто хотелось драться. С кем угодно. Просто потому, что я снова мог бы это делать. Странно, что они не поехали без Левиафана. Наверху, кстати, сундучок. А запрыгнуть туда реально вообще? Тут не прыгает он, да? Хотя что мешало бы, да? Скажи мне, туда долететь, спокойно забрать там ящик тот. Но нет, это надо, видимо, блокировать воду здесь. И ждать, пока эта херня уедет. Не, не вариант. Тоже не вариант.
А вот это вариант. Вот так мы его и заберем. Супер. Так, хорошо. Тюр? Ого, что тут было? Что-то тюром тут и не пахнет, по-моему, нет? Обвал. Такое впечатление, что там просто уже, знаешь, со временем обвалилось нахрен. Этлы слева! Этлы! Такие совсем ни о чем, блядь. Просто какая-то мелкая жужа, блядь. Так, возьмем клиночки. Сурово, сурово. Так, эту херню можно размолоть, смотри. Если аккуратно так походить, оно разваливается. Прикольно. Так, вижу. Это явно не тюр. Надо осмотреться. Этот не смог спастись. Это реликвия? Ха. Получена реликвия. Реликвии наделяют героя особой способностью, для применения которой надо нажать L1 плюс 0. Так, реликвия. Нажмите вниз, перейдите в меню реликвии. Есть такое, талисман Мейгна. Кратковременное увеличение урона в ближнем бою. Давай, пожалуйста, я, пожалуй, буду использовать его. Нам это надо. Так, проверим. Вернись на землю. Слева. Сука. Справа, сзади. Хорош. Вот это да, вот это я понимаю тема. Тем более он как раз огонь не особо любит. Да блять, сколько тебе, сука. Малой, малой. Батю оживляй. На нахер. Хорош. Цепляется за стену, надо его сбросить. Да, да, сейчас бросим. Так, контролируем ярость. Наверное, можно выбраться. Да, это было потно. Казалось бы, вроде не сильные враги, да? Но иногда бывают сложности. Что же поделать-то? Что это такое? Так, пособирали. Надо выбираться, я не спорю. Так, пригибаемся. Все. Опять пустое хранилище. Братец, может, пора наконец? Нет, даже не начинай. Мы его отыщем. Смотри, на той стороне еще одна дверь. Идем. Неужели он реально верит, что его тут где-то держат? Мы бы, наверное, как-то слышали. Может, он бы кричал или еще что-то делал. Как-то, я здесь, помогите, спасите, не? Такое не работает здесь, да? Слишком брутально для этой игры. Ладно. Так. Не работает. А, стоять, не туда бросаем. Тоже не туда. Не вариант. Может, малой? Малой. Да, оказывается, лишь без проблем.
Вот так и надо было изначально делать. Кажется, мы там, где выбрались из лодки, только выше. Эта шахта похожа на огромную спираль. Ты знаешь, Мимир хуйни не скажет. Вон туда бы хорошо б добраться. Там фиолетовая руна какая-то есть. Какой-то ништячок. Статуя. Не просто статуя. Этот каменный лик висел над входом в мировую мельницу, что построил Турин Щедрый. Они ж явно не про эту дверь говорили, хотя кто его знает? Я, Драугров, избавимся от этих... Ух ты ж, ёб твою мать! Да я вижу, вижу! Бля, жизни нет! Нихуя нет жизни! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, бати жопа. Батьки жопа. Ненавистную можно завалить, надо просто жизни побольше. Чуть-чуть больше жизни было бы очень даже к месту. А, мы прям здесь? Хорошо, у нас полная хпшка. Так. Все, что тут было. Давай еще раз попробуем. Раз мы здесь. А, на холоду стоять. Так, Левиафан. Кратос, ты горишь! Ты горишь, Кратос! Блять, я реально горю! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А у меня уже не поднять. Печалька. Так, пробуем еще разок. Сейчас все будет. Руну мы просрали, да, одну с тобой. Так, эту хилу пока не надо трогать. Значит, уязвимость к холоду надо поменять на Левиафана. Кратос, ты горишь! Пройдет. Давай, давай, Кратос! Надо вверх, вверх, поднимайся! Собирай раз. А, открыть нельзя. Там сынишку мы оставили, ничего? Хорош. Так, ярость, ярость, ярость! Хорош. Прям нормально так. Сурово, ты как, брат? Уходим, уходим, уходим. Это с огнем хуйня, конечно. Надо валить. Бля. Огонь больно. Бля, нихера не пополнит мне здоровье, понимаешь? Блядский. Вот это бойня. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Так, блокируем хорошо удар, нормально. Уходим, 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 уходим. А, это было больно. Сука, так, может быть добьем ее, а может и нет, посмотрим. Давай, надо добить, чуть-чуть осталось. А. Кратос, ты горишь! Пройдет! Ой-ой-ой, это было хорошо, это было замечательно. Ну, не с первого раза, но зато добили. Ненавистная, а давай хоть посмотрим. До сих пор мне не доводилось сталкиваться с подобными драуграми. Они сражались так, будто ее питала бесконечная ненависть. Она вышла из раны в земле, которая закрылась, когда мы победили это чудовище. Впереди могут встречаться еще такие же ямы.
И еще такие же чудовища. Атрейд. Так, усиленное ледяное топорище. Ту же самую ненасытную жару. Так, а ну-ка давай сюда. Я знаю, указания Турлина касались только входа в шахту. Нужно продолжать искать, пока не найдем. Ты же сказал мне вести. Значит, мы продолжим поиск. Так что соберись. Следи за словами. Ты ведешь нас, но я говорю то, что вижу. Можешь не соглашаться, но не смей так со мной разговаривать. Все ясно? Да. Ух ты, хорошо. Так, тут удача, но сила минус 4. Нет, пока не буду юзать. Ай-яй-яй. Хорошо. В принципе, очень даже хорошо. Так, что с хлебушком? Ох, какой хлеб! Непробиваемый. Так, забираем. Я просто хотел его нарезать. Без каких-то плохих мыслей. Ну, тут нам ловить пока больше нечего. Поехали наверх. Вот, мы там были с тобой. А, я там что-то не забрал, что ли? Или это другое? Это другое место, по-моему. Ладно. По идее, нам надо было туда, вот там, где мы открыли с тобой проход. Наверное, вот сюда вот. Так, малой, что будем делать? Надо подумать, где мы еще не были. По-моему, мы тут были. Что-то я припоминаю эти проходы. Да-да-да-да-да. Тут мы тоже проходили. Мы просто типа открыли себе возможность вернуться назад. Ну, это если нужно, конечно. Что там происходит, блядь? Мелкий! Мелкий, что ты делаешь? Где ты? А, ты там! Я поднялся, он упал. Нормально! Так, оттуда мы пришли, как бы, да? Как бы окей, хорошо. Там вроде тоже ничего нет. Там мы были. А, вот сюда вот. Все, тогда понятно. Не работают какие-то магические камни. Или это просто вода так падает? Хер его знает. Серебришко. Не понял, почему не сработало? Цепь застряла. Теперь выйдет. Жду сигнала. Хорош. Еще одна дверь, но это точно нужно. Увидим. Сперва нужно до нее добраться. Да добраться это полбеды, я тебе скажу так. Переберись и поищи там. Видимо, надо активировать это. Угу. Так, забираем сюда. Атрей, вот еще задача на размышление. Нужно ли тому, кто всю жизнь провел в борьбе как Тюр, пытаться себя показать? Такие попытки сеют лишь разрушение. Но если по пятам разрушения пойдут злодеи, то какая-то вот, он их поскидывал. Ты же сильный, и ты поступил правильно. Понял. Сила мужа проявляется не на войне. Надеюсь, однажды ты это поймешь. Так, он сбрасывает штуки, которые взрываются. Давай еще раз посмотрим. Так, вон он активирует. И эта херота сбрасывается. Этот механизм сбрасывает руду в жёлоб. А нам надо сделать так, чтобы она попала не в жёлоб, а куда-то в другое место, да? Так, давай разбираться. Значит, если я тут перекрываю, предположим, вода идет. Эта штука двигается, это замечательно. Так, малой должен скинуть нам эту херотень, которая тоже тут набьется. И, по идее, если я уберу... Отлично. Вот это, в принципе, мне и надо было сделать. Так, бросай сюда.
И таким образом я как бы открываю себе дорогу дальше. Хорошо. Красавчик. Полетели. Так, теперь надо их подорвать, правильно? Правильно. Эй, мы справились. Жду у двери. Привет, крысёныш. Это я вовсе не о Трею говорю. Думаю, здесь. Ворон Одина. Одним шпионом меньше. Хорошо. Так, смотри, тут у нас дверь была. Но я же хочу посмотреть, что там было интересно. 48 воронов обитают у нас здесь, кстати. Почитать про них пока не выйдет. Но это потом можно в бестиарии посмотреть. Ну что, вернемся и проверим последнюю дверь? Мы туда и как бы и собирались, в принципе. Немножко... Блять! Хрена! Господи, твою мать, напугали! Вот, теперь дорога назад есть тоже. Отлично. Знакомое зрелище. Мы снова попали в спиральную часть шахты. Я думал, они там как-то могут перелететь, в принципе, быстро. Но, видимо, нет. Видимо, не судьба. Ну что ж, может быть, за этой дверью находится Тюр. Уже хотелось бы хоть где-нибудь его найти. Либо его остатки. Проклятие! Вы слышали, братья? Похоже, мы не одни. Не спи. Гляди в оба. Отлично. Звук шел оттуда. Там есть проход наружу. Думаешь, это был Тюр? Нет, в принципе, может быть кто угодно. Может быть, обычный работник этого места. Тебя задевают? Да я все понимаю. Братья, погодите. Там впереди, кажется, свет. О, кажется, пришли. Засов, чтобы то, что внутри, осталось внутри. Да, кладовые с одеялами так не запирают. Я понял, что нам делать. Я тоже. Ялпа. А что здесь? Нихера, а хотелось так с ноги выбить. Но, видимо, не судьба. Ну что, посмотрим? Вот и рад, Гераст! Кто ты, мать твою? Кто ты, воин? Ахиллес? Сын Пелея. Энхерии могут накладывать биврёст на шкалу здоровья. Эффект биврёста проходит со временем, но враги помогут, могут подорвать его последующими атаками. Ай! А это было больно. Нихера. Так, пацаны. Пацаны, стоять боятся. Уходи! А, нормально. Ай-яй-яй. Мальчик! Мальчик, нужна помощь. Уходим, уходим, уходим! Я же делал кувырок, сука. Я же делал кувырок. Какого хрена? О, блядь, ладно. Тихо. Тихо, тихо, сука, тихо. Отходим! Ты еще стоишь? Отлично, немножко хилки есть. Осторожно, сзади! Уходим. А-а-а! Было больно. Давай, давай, ай! Фу, блять! Сука, это было жестко. Он не хочет, чтобы мы туда попали. Мы уже близко. Так вперед? Вперед, конечно. Но нам остается только вперед. Фу, ладно. Так, все забрали. Вроде больше ничего нет. Нормально.
И кто же там у нас? Кто сидит в темнице? Тюр! Что это за уловки, Один? Какие игры ты затеял сейчас? Мы не с Одином. Мы хорошие. Эти клинки. Я тебя знаю. Бог-убийца. Ты пришел за мной, да? Дать тебе свободу. Нет, не подходи! Брат, дай-ка я! Тюр, Тюр! Слушай, ты ведь меня знаешь, да? Ты убил Мимира! Нет, 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 нет! Да, мы же его оживили! Нет, не подходите ко мне, убийцы! Стой! Он нужен! Стой! Да, отрубленная башка никому не нравится. Блядь, вы задрали, сука! Это довольно сильный враг. Ну как сильный? Они доверёс накладывают, это жопа. Так, пацаны, расходочка. Забираем. Пока нормально, пока хорошо. Пока жить можно. Так, тут что-то интересное есть, для меня нет. Так, малой пропал. Надо мелкого найти. Да что ты? Я их слышу. Я тоже. Отрей. Так, вот это уходим. Вот это зря, блядь, вот это плохо. Смотри в оба. Да сдохнешь ты, сука, или нет сегодня? Фу, хорошо. Фу, с пацанами расправились. Так, поехали. Отрей! Сюда! Отрежь путь! Ух ты, ёп! Похоже, сейчас меня сладко поболтает. Ты чё, ебать? Так, пацаны, это тяжело уже становится. Блять. Давай, Кратос, держись. А, падла. Так, надо подобрать, успеть. Хорошо. Так, ну с этим-то понятно. Не-не-не-не-не-не. Не, сука. Так это не пройдет. Так это со мной не сработает. Вроде да. Давай найдем парня, согласен. Что это? Что это такое, интересно? Нет, так это не работает. Пока не могу открыть. Пока просто нечем. Нет, оставь меня. Тюр, послушай, клянусь, мы не причиним зла. Мы вытащим Уходи тебя. Прочь. Отведем туда, где Умоляю. Один не достанет. Пожалуйста. Это мой отец. Мы помогаем. Я должен вернуться, прошу. Он ведь рассердится. Отец!
Разве ты не воин? Разве ты не лидер народов? Соберись! Мой сын привел нас сюда. К тебе! Глянь на него! Ты... Зачем? Ты меня не знаешь. Знаю, за что ты боролся. Ты помог великанам. Мы хотим вернуть долг. Мы? Мы уходим. Ты идешь с нами. Странно, мне он казался как-то поменьше ростом. В озере была статуя. Хрена? Там ты с копьем. Я решил, тебе нужно... На что, опереться? Нет. Спасибо тебе, но я справлюсь сам. Но... Ладно. Я бежал, ибо не всегда вижу реальность. И порой я... Не стыдись этого, брат. Сейчас очень непростое время. Вы тоже его слышите? Пора возвращаться. Он же был ниже ростом. Хрена. Нет, понятное дело, что он высокий. Просто либо камера так показывала, либо хрен его знает. Просто Кратос как школьник на фоне. Дует вот отсюда. Так, тут что-то есть? Нет. Как мне следует называть вас? Я Трей. Мимира ты уже знаешь. А это мой отец. Отчего сын Спарта решил поддержать Йотунов? Моя мать была последним великаном Мидгарда. Лафей. Лафей. Я помню это имя. Она тоже пыталась помогать всем. Она ушла в свет Альфхейма. Соболезную. Так, что у нас тут? Ништяки — это всегда хорошо, правда? Так. Да, здоровый парень, конечно. Баскетболист, что надо. Ну да, в гостях у гномов... Великан, конечно, это какой-то парадокс просто. Так, тут закрыто по-прежнему, кстати. Да, сюда надо будет вернуться. Что здесь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Когда сидишь обычно. Спокойно, все в порядке. Я думаю, он сможет подтолкнуть, да? Помочь вам. Давай. Хотя бы в этом. Спасибо, чел. Спасибо тебе большое. Ну, погнали. Зачем приходить за мной гневать Одина? Ну, грядет Рагнарёк. Надеюсь, ты знаешь. Мы думали, ты поможешь. Вы пришли за мной, чтобы начать войну? Нет. Тюр, приятно, наконец, повстречаться с тобой лично. Мимир. Что с тобой стало? Пошел по твоим стопам. Предательство, бессрочное заключение, кошмарная пытка от рук всеотца. Ты такого не заслужил. А кто заслужил? Ну, у меня хоть вид из тюрьмы был получше. Мы нашли его на вершине горы. Он весь врос в дерево, и чтобы освободить его, пришлось вот так. Изящное решение. Главное, все довольны. Ты как? Просто я так давно не видел света. Береги, если сок. В тени тебе не будет так резать глаза. Идем. Ого, как оно поменялось. Прям на лету. Сказал, Рагнарёк грядёт. Нехило. Значит, Бальдур. Бальдур мёртв. Один отправил его найти великана в Мидгарде, а он нашел Кратоса. Ну а я пообещал довести этих двоих до высочайшей вершины всех миров, если они отрубят мне голову и уговорят Фрейю меня оживить. Мимир. Речь о Бальдре. Я к этому и веду. Вы же не только рубили всех подряд. Ха, мы вернулись на болото. Да, в самое начало.
Ни хрена себе мы вернулись, я тебе скажу. Я уже забыл. Оу! Этот бой не для меня. А? Тимур, наверное, хотел сказать. Ай! Не, давай без ярости. Мы, в принципе, можем и так завалить. Забери, пожалуйста. Ты сука! Ах ты сучоныш! Я тебя без клинка замудохую, тварюка. Хорош. Ай, больно? Жаба ссаная, блядь. Идем. Готов. Уходить, стали, переждали, нормально, все в порядке. Тебе стоило взять копье. Смог бы защититься. Я отказался от насилия. Поместимся мы в лодку или нет, это уже другой вопрос. А, тут большая лодка. Но если Один начнет Рагнарёк, ты и впрямь не будешь биться. Нет, даже если б захотел. Прежде чем мы пойдем, ответь. Чего именно вы хотите? Ты говоришь о Рагнарёке. Вы пришли сюда за богом войны. Такой Тюр вам нужен. Атрей. Я... Простите, я благодарен за свободу, но если вы хотите, чтобы я участвовал в войне, или еще хуже, возглавил ее, то лучше убейте меня. Я не хочу войны. С меня довольно. Никто тебя не убьет, брат. Это лучше, чем дожить до Рагнарёка. Мы не хотим войны. Нам нужны ответы. Я не знаю, как вам помочь. Это не важно. Великаны тебе верили. Вот какой Тюр нам нужен. Нужен ты. Ладно. Мне нужно лишь отдохнуть и немного поесть. Вы убили охрану, что несла мне еду. Брат, может, расскажешь, чем закончилась та история? На нас напали сыны Тора. Мы их убили. Бальдер хотел убить Фрейю. Я его убил. А про то, как мы бились с валькириями и освободили их, и что великанов больше нет, и что они назвали меня Локи, и что мы нашли святилище, что и... с великанами? Когда мы попали в Йотунхейм, все были мертвы. Мертвы? Думаете, это Один? Мы не знаем. По-моему, мы очень вовремя уходим отсюда. Ого! Что это? Подкрепление из Асгарда. Энхирии наверняка захотят выяснить, куда я подевался. Так, быстрей, 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 быстрей! Путешествует между мирами по небу? У Одина в запасе трюки, о которых мы и думать не смеем. И в Недовелир отправятся. Гномам ничего не грозит. Теперь поздно об этом волноваться. Надо уходить. Скорей! Да, валить надо как можно быстрее, желательно еще с полной жизнью. Береги! Ух ты ж, ё! Так, пацаны, стоять! Стоять!
Хорош, мы его откинули, да? До свидания, урод. Фу, но это был только один. А их же тут наверняка может быть несколько. Так, мы туда ходил, тут я был, я уже везде, по-моему, был. Так, валим отсюда. Ну, Тюра-то мы нашли. Уже как бы пол задания нашего сделано. Пол нашей миссии выполнено. Игдрасиль. Я давно его не видел. Уже позабыл его красоту. Тюр, ты когда-нибудь слышал от великанов что-то про Локи? Прости, но это имя мне не знакомо. Великаны очень скрытные. Были. Ну еще бы. Возможно, отдохнув. Я что-нибудь вспомню. Дом в дереве. Господин Тюр, вы правда живы? Я жив, возможно. Ясно. Он просто устал. Я сказал, что у вас найдется приют и пища. А, ну разумеется. Что ж, посмотрим, что можно устроить. Прошу, входи. А, мы сейчас. А, будь я проклят. В смысле? Взяли дверь и закрыли. Что делать дальше? Нужно все обдумать. Поговорим утром. Ну ладно. Утром так утром. Спокойно, спокойно! Да! То ну по голове бахнул, нет? Нормально. Так намного. А, вправил... Видишь? Нерв, доброй я понял. Ночи, Тюр. Я пойду спать. Завтра много дел. Что ж, Тюр, нам пора выполнить обещание. Давай-ка устроим тебя на ночлег. Прошу, за мной. Эй, иди сюда, взгляни, что у меня есть. Уверен, мы тут никому не помешаем. Так, что там у нас? Опять кости животных? Косточка зверя. Вероятно, под твой рост придется изготовить новую кровать. Прошу. Не нужно так хлопотать. Я отвык от просторных мест. У вас есть каморка для метел? Да, но там хранятся метлы. Мне подойдет. Если честно, там мне будет спокойней. Что ж, а как насчет еды? А, я неприхотлив. У вас есть сухари? Сухари? Или морские галеты тоже подойдет. Я... И немного соли. Ну, сейчас что-нибудь отыщу. Возможно, этой ночью я смогу уснуть. По-настоящему. Так, а где мы должны пообщаться с Мимиром наедине, непонятно. Так, с этим чуваком мы разберемся. Вообще, в принципе, я думаю, здесь мы закончим. А в следующей серии, наверное, прямо отсюда и начнем, на свежую голову как раз. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Увидимся в новой серии. Всего хорошего, пока-пока.